Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания. И сегодня у нас видеообзор на вот такой вот кофейный напиток, 3 в одном, 10 пакетиков. С Орлом, у нас предыдущий был обзор с Орлом. Здесь тоже покупала его в фикс прайсе за 50 рублей. Масса 180 грамм. Здесь, я думаю, также 10 пакетиков должно быть. Да, 10 пакетиков. Вот, даже маленькое есть окошечко, в котором видно. И давайте его посмотрим и попробуем. Помятые немножко. Такая небольшая пачечка. Так, 3, 4, 5, 3, да, 10 штук. Ну, тут, я думаю, навряд ли получится положить больше. Тоже такой же. Много их также. 18 грамм, как и в предыдущем. Напишите в комментариях, кто помнит, были ли такие в 90-х годах, именно вот такие вот пакетики. Потому что я помню, что были с Орлом, как там они назывались, я уже не помню. Может, кто помнит, может, у кого-то коллекция даже осталась. Вот. Давайте их попробуем. Такой вот у нас стаканчик есть. Вот этот стаканчик симпатичный очень. Так. Также здесь есть небольшой отрез, чтобы было удобнее. Ой, туда пошла. Ну ладно. Только хотела сказать, посмотрим, оторвется ли он полностью, потому что в предыдущем обзоре она у меня вот так вот прям кусочек оторвался. Я думаю, неужели так специально делают, и хотела полностью оторвать. Ну, есть над чем работать. Может быть, в следующий раз получится. Вот, на вид он выглядит точно так же, как и предыдущий. Также, хотя предыдущий у нас был карамель. Кстати, сейчас покажу. Вот у нас предыдущий мешочек. Ну, здесь, конечно, на вид они не особо отличаются. Тоже покупала в фикс прайсе. Посмотрите обзорчик. Здесь он точно такой же. Также много сахара и... Такое, знаете, впечатление, как будто здесь сахар, сахар белый и сахар тростниковый. Вот на вид это выглядит так вот. Запах просто кофе. Если там был запах карамели, то здесь просто кофе. Вот, и давайте его зальем кипятком и попробуем вместе с вами. Хорошо растворилась. Без пузыриков. Такой как... Ну да, такой кофейный напиток, в принципе, как тут на рисунке нарисовано. Почти то же самое. Здесь, видите, кругленькое светлое и чуть потемнее. Тут с тенью, да? Тут тоже примерно такой же. Подождем, чтобы он немножечко остыл, потому что горячее я не пью.
Может быть, конечно, горячий гораздо вкуснее. Вот, но я не пью горячее. Чуть-чуть он сейчас остынет, и мы с вами будем его пробовать. Так, ну вот наш кофейный напиток остыл. Осадка нету. И давайте его попробуем. На вкус, как молоко, сахар и какой-то, знаете, как какао, наверное, даже какао с кофе. Что-то такое вот похожее. Не именно прям вот кофейный напиток. Так, а, ну да, напиток кофейный. Ну, наверное, это считается, наверное, да, кофейным напитком. Как раз там какао с молоком и кофе. Что-то такое. Но вкусно, сладкое такое. Такое, да, вкусное. Меру сладенькое, хорошенькое такое. Молоком немножечко отдает. Я бы посоветовала, вкусно. Но все-таки мне больше понравился карамельный. Вот этот был предыдущий. Все-таки вот он мне понравился больше. Вкус карамельный. Здесь тоже что-то такое присутствует, что-то похожее между ними. Но вот этот мне больше понравился. Этот вот что-то в нем другое, в нем что-то вот, наверное, молоко, что ли, вот что-то вот такое, не знаю, может, мне просто сейчас молока не хочется. Ну, вот этот мне больше понравился, карамельный. Это тоже, в принципе, вкусный, можно иногда так его попить. Тем более он считается кофейным, прям таким напитком. Тот был карамельный, этот кофейный. Ну, честно говоря, он меня не бодрит. У нас сейчас время 1 ночи с мелочью там. Мне уже спать охота. Но я чувствую, что я продолжаю хочу спать. Для меня это хорошо, потому что сейчас я лягу, вырублюсь. Я боялась, что я не усну потом, как было в прошлый раз, когда я сделала видеообзор «Черная карта кофе». И потом уснуть долго не могла. Давайте еще попробуем. Ну да, он такой получается. В принципе, да, как сказала, какао, молоко и кофе. В принципе, наверное, даже может быть, можно самим попробовать такое сделать. Здесь у нас что в составе? Вообще ничего не видно. Сейчас я возьмем большой мешочек. Так, в составе у нас, ну, точно так же 5Е добавок. Я думаю, что, наверное, состав не больно отличается от предыдущего напитка. Так, сейчас мы с вами его сравним. Так, сахар, сахар, заменитель сливок. А вам особенно не видно. Заменитель сливок. Сироп глюкозы. Пошуршу немножко, и ладно. Так, растительные, жиры, так, белок, лактоза, стабилизаторы, тут жир, так, молочный белок, а тут есть молочный белок, то лактоза, стабилизатор, тра-та-та, так, 340-й, 41-й и 52-й, 52 то же самое, эмульгатор,
71-72. Кофе натуральный, растворимый. Кофе натуральный, растворимый. Короче, ну да, в принципе. У них состав одинаковый. Получается, только здесь карамель, ароматизатор. А здесь у нас молочный белок. Ну да, в принципе, я и чувствую то, что там молоко, молочный белок присутствует. То есть, в принципе, состав одинаковый. Даже эти Е-добавки, они копии одинаковые, что у той пачки, что у этой. Вот. Но все равно вкусные. Также советую. Напишите в комментариях, какой вам нравится напиток больше. Зелененький или красненький. Давайте их, наверное, с вами так назовем. Вот зелененький у нас будет вот этот, а этот у нас красненький. Напишите в комментариях обязательно. Желательно под роликом, именно в Ютубе, потому что вы пишете свои комментарии, оставляете в группе ВКонтакте фикс прайсом. Вот, мне бы хотелось, чтобы вы оставляли все-таки свои комментарии именно под роликом, потому что этот ролик будут смотреть другие люди, а если там будет пусто, они не будут знать, нравится ли другим людям или нет. То есть, ну, меня одно это мало слишком. Вот, мне свои вкусы, у вас свои. Может быть, вы бы там написали какой-то шикарный отзыв. Вот. Ладно, всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите обязательно комментарии в Ютубе. Также смотрите мои другие ролики, мои влоги, как мы с сыночком живем, как мы проводим время, как он у меня развивается. Скоро начнем гулять, уже скоро лето. Также кулинарные рецепты у меня, живопись. Также вы можете в комментариях написать, чего не хватает на моем канале. Может быть, я ваш комментарий рассмотрю, подумаю, может быть, я что-то еще добавлю. Надо идти дальше, надо развиваться. Я хочу, чтобы на моем канале было все. Все, что угодно, всего побольше, стараюсь, для вас снимаю, выкладываю, выходит каждый день по 2 ролика у меня. Так что пишите. И всем пока-пока.